Территориальное общественное самоуправление в селе Старый Сантемир Новомолыклинского района образовался одним из первых. Активные жители благоустраивают село, организуют мероприятия, где участвуют дети и взрослые. Теперь вслед за городскими тосовцами с мостовой открыли социальную пекарню. Вкусный и ароматный хлеб пекут в бывшем здании школы, а продукцию раздают местным, уделяя внимание пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным. Одним из нужных и важных мероприятий стало открытие хлебопекарни в селе Старый Сантемир. Это очень нужно и очень важно. Выпекая хлеб, они обеспечивают хлебом население этого села. Это очень немаловажно. И еще это рабочие места, это зарплата. Еще одна такая пекарня открылась в соседнем Меликесском районе, в селе Лебяжье. Пекут хлеб в действующей школе. Как отмечают тосовцы, учеба готовки не мешает. Хлеб здесь раздают всем жителям. Сельчанам проект понравился, хоть и поначалу многие были удивлены. А почему? А для чего? А теперь вот, ну как бы раздаешь хлеб, все улыбаются. Всем этот проект очень нравится. На сегодняшний день в регионе работает 9 благотворительных пекарен. Их открыли благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.